И всем привет, ребят, с вами Мистер Вак, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня вместе с вами мы вспомним одну супер крутую пушку и устройство, которое уже, наверное, забыто от слова совсем, никто на ней не играет, но это в свое время была лютейшая имба какого-то, наверное, года 2021, наверное, может 22, не помню точно, но в любом случае сейчас эту пушку и это устройство встретить в матчмейкинге, ну не сказать, что супер редко, но довольно-таки редко такая комбинация появляется и такое вооружение используют. Сегодня мы вместе с вами поиграем на изиде с вампиризмом, ну а если вам нравятся видосы игрового формата, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас рукой в аккаунте установите мой личный тег TeamP, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что касаемо изиды с вампиризмом, то сегодня я бы хотел бы ее бы реализовать на корпусе викинг и попробовать вот это все дело в с, во-первых, ловкачом, во-вторых, ну, наверное, в любом режиме, который меня закинет, да, то есть, ну, главное, чтобы эта карта была какая-то не супер огромная, чтобы я там не супер сильно страдал, и попробуем вот эту тему реализовать. Когда-то подобного рода комбинации показывали супер результаты, просто супер результаты, и посмотрим, что у нас будет сейчас. С изиткой на вампиризм, очень мне сильно хотелось попробовать именно это устройство, ну а вы можете в комментариях писать, возможно, какие-то устройства либо пушки, на которых сейчас никто не играет, как забытое прошлое, да, и мы будем пробовать это все дело реализовывать. Меня закидывает на песочницу ремастер в Джиггернауте, я считаю, что Джиггернаут это хороший режимчик под реализацию нашей изиды с вампиризмом, только вот вопрос... Вопрос того, как я буду сейчас все это дело пробовать нагибать именно в рамках Джиггернаута. По изиде, по баллону стало как-то маловато его. Но по лечению, это я, если что, напомню для тех, кто, может быть, не знает. Это пушка, да, и устройство. Оно самолечащееся, да, то есть вы получаете дополнительные опачки, а под... О, дышечку-то вкусно! Вы получаете ХП от наноса урона по противнику, да, с этим устройством. Когда-то раньше, давным-давно, изида работала в таком же виде на постоянной основе. Сейчас она так не работала, в принципе, да, только за исключением устройства вампиризм. Но вот под реализацию овердрайва выглядит прям очень неплохо. Дождемся сейчас брони, прожмем аптечку и попробуем ворвать в еще одного Джиггернаута. Быть может, у меня получится и его тоже слить, потому что реализация против первого Джиггернаута залетела прям очень вкусненькая. Так, пробуем. Въезжаем просто в противника. Просто въезжаем в упорчик. Пытается он здесь что-то нам подраздать. Пробуем раскрутиться. У него проблемы с поворотом башни. Не знаю, с чем это связано. Так, чуть-чуть отличился. И еще одного Джаггера мы набриваем. Так, пока что все выглядит очень и очень неплохо. Ждем следующего Джаггера. Повезло мне, походу, с картой и с противниками. Запикалось довольно большое количество здесь крипов. Поэтому на них очень легко здесь вылечиваться. Ну и, к слову, изида, кстати, с вампиризмом как будто бы очень неплохо выхиливает. Баллон, конечно, не сказать, что у нее супер большой. Но в целом по выхиливанию работает очень и очень неплохо. Да, поэтому изидочка в этом плане меня даже немножечко удивляет. Но вот, кстати, насчет того, что я сказал, что изиды сейчас крайне редко встречаются. Видите, против попалась такая же самая викинга изида, да. То есть в Джаггере изиды все-таки есть. Да, этот режим склонен к использованию изид. Здесь бывают и изиды с хилом залетают, которые лечат джиггернаутов. Но бывает... Бывает, залетают и вот такие вот изидоводы, которые еще и под урончик играют. Здесь меня, конечно, страйкер довольно плотно встретил. Но пока что мы еще все равно ведем по счету и можем продолжать бороться. Жалко, что у меня, конечно, нету здесь иммунитета. Ой, не иммунитета, а драйвера на викинг. Если бы у меня был бы еще бы драйвер на викинг, я думаю, что в моменте могло бы очень неплохо по добавочному урону у нас выходить и получаться. За счет того, что я бы быстрые овердрайвы накапливал. Но вообще по урону смотрим, да, то есть изида. Сколько наносит? Ну, хороший урон, реально хороший урон. С
полного баллона. Блин, почти с минуса успел добить Джаггера. С полного баллона больше половины хп можно Джаггеру унести. Ну, либо около половины урона, да. То есть за полный баллон это где-то 15. Ну ладно, пусть будет 10. 10 тысяч урона, да. Баллон тянется очень неплохо. Правда, вот Джаггернаут уже вжимает свой оудишник. Первый промах от него. Хорошо. Нормальненько так. Понаваливали. Еще добавочки сверху. Ну, я думаю, что где-то пол хп я ему снял. Под овердрайвом можно будет его точно унести. Наш тиммейт тоже врывает. Вжимается, надеюсь. Вжимается или не вжимается он? Не заметил, я вжался он или не вжался. Так, ну вот этого как будто мы должны сейчас Джаггера забирать. Должны уже его забирать. Да, шикарно, забираем Джаггернаута. Овердрайв у меня появляется. Так, и кстати, я могу еще и поменять резист под противника. Мне вообще Джаггера дают. Неплохо, мне вообще дают Джаггера. У нас тут еще и в ядерную войну решил поиграть молодой человечек. Как будто бы я бы ему мог тоже устроить. А, найс, сводка без урона. Шикарно, шикарно. Ну, мы въезжаем в Джаггера и сливаем его вместе с собой. Поэтому, в принципе, неплохо. Так, берем резист, значит, от Страйкера. Берем резист от Скорпиона и берем резист от Изиды. От Скорпиона у меня есть. Берем от Изиды и берем резист от Страйкера. Именно такие пушки я видел сейчас у противника. Ловкач, к слову, к Викинга и Изиде подходит идеально. Да, то есть работает эта комбинация. Да, можно было взять резист от Молотов. Ну ладно, уже как есть, так есть. Пробуем отличиться. Но выхилиться я не успел. Магнум меня здесь тоже под натяжечку он закидывает тысячку вкусненькую. Наш Джаггернаут с приваренной башней. И по ходу дела он просто-напросто умирает. В очередной раз команда в матчмейкинге, да и вообще игроки в матчмейкинге, забрасывают, ну, такие разного плана игроки, да. Прям вот бывают супер хорошие игроки заходят, да, бывает вот просто, что за тебя, что против тебя, ну, по уровню игры вот просто, ну вот легенда с приваренными башнями, ну, что это такое? Ну, как могут быть легенды с приваренными башнями? У меня до сих пор в голове это особо сильно не укладывается. Хочется зайти Джаггернауту в спину, попробовать именно под овердрайв вот эту вот реализацию вкусную. Пробуем, кстати, это сделать. По мне с ладушечку хотят залепить. Вкусненькую дистанция есть. И как же тянется Изида под овердрайвом Викинга. Боже, какая же салатница. Какая же салатница сейчас залетел. Вы просто видели под овердрайвом. Он ничего не может сделать. По 1500 урона просто в кабинет залетает. Просто 1500 урона в кабинетик. От Изидочки с вампиризмом. Блин, ну это очень крутая темка. Это прям очень крутая тема. В моменте прям очень неплохо можно навалить. Если честно, я даже и не знал, что Изида сейчас в таком балансе, что на ней можно вот так вот на Викинга Изидочки наваливать такого плотного контента. Честно говоря, я даже не знал этого. Так, 5-5 у нас, ребяточки, по счету. Изида пытается здесь играть с Джаггером. Вражеская. Ну и у ХП за баллон, да, вот когда ты за баллон можешь нанести больше 10 тысяч урона, как будто бы это тоже выглядит очень и очень неплохо. Еще бы наши Джаггернауты бы жили бы подольше. Было бы просто великолепно. Так, ну этот Джаггер уже играет от пассива. Не хочет он на распушку линии ехать. Ну и из-за того, что он играет на пассиве, нам его тоже слить будет значительно тяжелее. Да, здесь, конечно, я отхиливаюсь. Ну и Изида, кстати, играет близко теперь. Вражеская. 700 очков у меня. За пол боя 700 очков у меня на Изиде с вампиризмом. Офигеть, если честно. Не ожидал я увидеть такого результата от этого устройства. Когда-то это по праву было лучшее устройство в игре. И показывало оно супер жесткие результаты. Но и сейчас, если честно, я бы и не сказал бы, что оно в плохом балансе. Я бы и не сказал. Так, овердрайв у нас на центре лежит. Но его, по ходу дела, я уже не заберу. Меня в очередной раз приварыш сольет. Нет, приварыш меня здесь не сливает. Пробуем ворвать еще под... Теперь Джаггернаута. Ну, овердрайв. Нет смысла в него прожимать. Это было понятно сразу, что меня здесь нагнут. Поэтому овердрайв мы подсейвили. Вопрос лишь только того, теперь как мы это все дело можем реализовать. Наш Джаггернаут с приваренной башней просто выезжает на центр. Торелла залетает от Ареса. Так, ну мы пробуем рвать. Пробуем рвать, пробуем залетать. По-жесткому. Ну и уносим.
Просто уносим Джаггера. Просто уносим Джаггера с Изидой вампиризмом, с викинга аудишки. Боже, это реально рабочая тема. Это реально рабочая тема. Я ни в чем бы, ну, вообще никак бы не мог подумать, что это может работать. Что это может работать в таком ключе. Так, резист единственный от Изиды против у нас. Пробуем сейчас по нему покидать. Чел с приваренной башней просто улетает в салатницу на респаун. 825 очков. Мы начинаем выигрывать в очередной раз эту катку. Нашего Джаггера, правда, тоже сливает. 7-7 счет. Мне нужен еще один быстрый овердрайв. Мне желательно нужен еще один быстрый OD. Джаггер у нас убегает. Так, здесь появляется еще один резист от Изиды. Боже, они реально решили брать резы от Изиды? Они реально решили брать резисты от Изиды. Вот так вот, ребяточки. Настолько сильная у меня Изида, что типы начинают просто брать от нее резисты. Так, ну ждем, пока Джаггернаут выйдет на фланг. Если он вдруг каким-то чудом выезжает на фланг, мы его сразу начинаем ловить по-жесткому. Просто начинаем его ловить по-жесткому. Он пытается уже открыться под нас по центрик. Блин, титана-купол. Неприятный титана-купол залетает. Пробуем сыграть широко от базы противника. Чуть-чуть пожить. Покидать урона. Здесь под нас уже викинга фрис играет. Мы играем против него. Играем против аккуратненько. Берем на широкую. Берем еще на широкую. Ну, здесь меня уже он сольет. Уже тут ничего я не сделаю, не выкручусь. 70% овердрайва. 3 минуты до конца. Эту катку до сих пор можно камбэкнуть. До сих пор можно из нее выйти победителем. Так, но фриз продолжает въезжать в меня. Походу дела у него немножечко подгорело. Немножечко подгорело, что здесь Изида может таких контентовых темочек подраздавать. Так, ну и Джаггер, кстати, начинает играть довольно-таки открыто. Меня это устраивает. За счет его открытой игры у меня будет намного больше возможностей сблизиться с ним. Так, но здесь противники тоже пытаются еще и под нашего Джаггера раскурешку какую-то сделать. У Джаггера появляется овердрайв, у меня 87%. Нам желательно было бы выбить сейчас оверку с Джаггера, чтобы у него уже овердрайва не осталось. И потом попытаться уже ворвать. Попытаться уже ворвать. Так, шикарно. Овердрайва у него не осталось. 90% аудишки у меня еще есть. Мне бы хоть какую-то помощь от тиммейтов. Овердрайв падает на центре. Пробую просто ворвать. Вот так вот сверху. По-вкусному. Так, ну и теперь мне надо какая-то разводка. Надо какая-то разводка, раскруточка. Раскруточка надо. Надо как-то выжить в моменте. Подъехать близко и выжить в моменте. Чтобы мне было хотя бы секунды 3 на жизнь. И будет тогда отличная возможность для слития вражеского Джаггера. Так, становлюсь уже под стеночку. Джаггер отдает свою сводку. Пробую раскурить. Овердрайв. Лаг серва. Лаг серва, сливаю Изиду вражескую. Так, ну и все. За счет лага серва он просто дает дистанцию от меня. Просто под лаг сервера. Просто под лаг сервера. И Джаггер уже убегает от меня. И я не могу дотянуться до него никак от слова совсем. Хотя, по сути, ну, в моменте я делал все правильно. Да, то есть я пытался идти на сближение. Пытался найти зонку для подпуша его. Все нашел, но танковые лаги сказали мне нет. Сказали, что я не все сделал настолько грамотно, чтобы слить этого Джаггернаута. Ну и все, остается 50 секунд до конца. Овердрайва у меня уже до конца боя своего не будет. Единственный овердрайв, который я могу законтролить, это овердрайв сверху. Еще одного, к сожалению, нашего Джаггернаута сливают. Но наша реализация в рамках этого боя просто великолепна, если честно. Просто великолепная реализация. Ждем овердрайва на центре. Попробуем разыграть это удишки. Джаггер, кстати, идет на подпуш приварочкой. Попробуем разыграть эту тему. Может быть, получится. Изида на хилинге. Пытается вылечить. Ну и, кстати, овердрайв падает в тот тайминг, когда я ухожу на респ. Овердрайв еще лежит. Как будто бы я могу даже успеть его забрать. Попробовать успеть забрать и попробовать раскурочку оформить. К сожалению, овердрайв забирает наш тиммейт. Дает сразу Шареллу. Кстати, сливает Джаггернаута каким-то чудом вражеского. Викинга смока, походу, там прожало овердрайв. Ну и по итогу мы проигрываем бой, но я считаю, что я показал просто шикарнейший результат. Для Изиды с вампиризмом, для устройства, на котором особо сейчас никто не играет, это просто великолепнейшая игра. 23 килла,
Но это Джаггернаут, поэтому на киллы мы особо не смотрим. Мы смотрим на количество очков. 935 очков, грубо говоря, без Джаггера. Потому что на Джаггере я там просто запушил и слился. Шикарнейшая реализация Зиды. Берите во внимание Зидочку с вампиризмом. Ну и вот на что она способна. Если вам понравился данный видеоролик и вы хотите видеть больше видосов с забытыми устройствами, либо устройствами, которые якобы не нагибают в нашем новом балансе, то обязательно поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну а у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.